В Абхазии запретили ввоз, рекламу и оборот электронных систем доставки никотина. Согласно плану профилактических мероприятий, сотрудниками Управления общественной безопасности и Управления экономической безопасности МВД Абхазии совместно с отделом уполномоченных участковых милиций МОБ УВД по городу Сухум проведена проверка объектов розничной торговли в столице республики на предмет нарушения закона о регулировании оборота устройств для потребления никотиносодержащей продукции их составных частей и элементов. Закон разработан для защиты жизни и здоровья населения республики, в особенности несовершеннолетних, от никотиносодержащей продукции и последствий ее потребления. Производители данной продукции агрессивно продвигают рекламу устройств и курительных наполнителей с различными ароматизаторами, как более безопасные. Разнообразие добавок и сладковатый привкус привлекают все больше новых потребителей, в том числе детей и подростков. В итоге у несовершеннолетних вырабатывается никотиновая зависимость и возрастает риск курения табака в будущем. Кроме того, вейпы могут нанести физические травмы, включая протечку устройств, ожоги от взрывов или неправильного срабатывания устройства. В ходе проведения проверок объектов розничной торговли выявлены факты реализации устройств для потребления никотиносодержащей продукции, их составных частей и элементов. Примечательно отметить, что подобные нарушения не допускают целевые брендовые точки, торгующие табачной продукцией. Запрещенные законом устройства не сняли со своих прилавков некоторые розничные магазины, а также торговые ларьки на центральном столичном рынке. В общей сложности в результате профмероприятия выявлены факты реализации 104 единиц запрещенных устройств. Владельцам торгово-розничных объектов необходимо соблюдать законодательство и помнить, что электронные системы доставки никотина, так называемые вейпы, запрещены к реализации на территории Республики Абхазия.